1 липеня деномінація офіційної грошової одинки Білорусі. Країна перейшла на нові гроші. Мінус 4 нулі плюс нові купюри і монети. З раніці до банкомата накерувалася і наша здимочна група. Вставляем карту. Уставляем карту, вводим пин-код. Спробуем снять, например, 10 рублей. Старыми это были бы 100 тысяч. Банкомат новые гроши выдает. Отрывалось снять так само купюры номиналом 5 и 20 рублей. Около 6 утра банковский процессинг центр открыл доступ для возможности загрузки банкоматов. Загружаются одновременно банкоматы по всей Могилевской области, вообще по республике. Порядка уже 60% банкоматов Беларусьбанка уже загружены новыми денежными купюрами. С раницы каля банкомата уже дающих снять новые гроши не шмат. Вы рассчитывали, что прямо с утра деньги будут в банкомате? Да, конечно, да. С этим и шел, с этой целью. Как вам дизайн новых купюр? Похоже на евро. Треба отзначить, что с раницы некоторым так и не удалось снять гроши. Комусь банкомат выдал старые банкноты. Удалось снять новые деньги? Нет, не удалось. Почему? Ну, сколько, что было заложено в банкомат, то и сняли. То есть в этом банкомате еще старые? Старые, да. То есть на табло отображены, уже отображены новые, а выдают старые. Там написано, банкомат не работает, временно не работает. Информацию, какие банкоматы уже заправлены новыми купюрами, банкиры обещают выкладывать на своих сайтах. А есть ли уже новые купюры в кассах? Доставка размена будет в течение дня, ближе к вечеру. Будут и купюры, и монеты. Скажите, а пластиковыми картами вы рассчитываете? Да, с начала рабочего дня идет расчет по пластиковым картам. Покупатели начали рассчитываться уже новыми купюрами? Да, вы знаете, уже на 10 часов начали приносить деньги. Вот она, первая купюра, уже 10 рублей. Это 100 тысяч. Разлики у крамах – справа звычки, лечат покупники. Если бы убрали 3 нуля, было бы намного проще, чем 4. Как вот ориентироваться? Ну, никак, будем ориентироваться, что 100 рублей – это 1 копейка. Вот и будем ориентироваться на это. Были просто деньги, без копеек, а сейчас и копейки, и не немножко такая путаница. Но это в первое время, а потом нормально, думаю, будет. Убачить копейки, махчима, с вечера 1 липеня. Их могут сдавать на сдачу у крамах. А вот банкоматы их не выдают и выдавать не будут. Для этого створены разменные кассы отделения у банков. Працовать они начинают с 2 липеня. Олеся Рыбалка, Андрей Чорный, Новини Регион.